Так. Почту. У вас на 12 часов. Вход у вас церковный. Подождите. А, нет, это не вы, значит. На выставку. Портреты Павла I и каждый к нему портрет его супруги, урожденная принцесса Гюртенберг, что это направлено в Вильнюсе. А на ней портрет есть полный программ. И так подобает государственному деятелю Павел Павлович. Thank you.
Через... через... получите больше информации. Да. Мы работаем до 8 часов. А сколько вас стоит это какого экскурсовод? Что стоит? Экскурсовод. Это можно сказать сразу, да? Да. Да. Когда приобретали билеты или в интернете, когда вы покупали, там сразу стоимость экскурсии. Хорошо, спасибо большое. Еще там несколько часов.
Я не знаю.
почему именно туда проход зовут? Тоже сражение. Да. Если бы такая люстра у меня была бы.
Ну, значит, пока на улице не выгоняешь, уж я могу. Видео, что ли? Спасибо.
сказал, что это много, но есть ли что стоит возьмут дополнительно, скажем так.
Mm-hmm.